В Орске прошла спартакиада среди инвалидов-колясочников. Мероприятие организовали в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники мероприятия играли в баскетбол, дартс, боулинг, поднимали гирю на время и передавали эстафету. Соревновались две команды – комплексного центра социального обслуживания населения и Всероссийского общества инвалидов. Поддержать участников собрались их родные и близкие – волонтеры и первые лица города. Глава Орска Василий Казупица, заместитель главы города по социальной политике Лариса Хальченко и депутат горсовета Александр Чернышов. Очень здорово, что вы приехали. Участвуйте. Неприятно смотреть на вас. Я вспоминаю, когда мы, кросс был, или на велосипедах. Да, кросс, да? Вообще здорово, мне очень понравилось. Мне нравится ваша жизненная позиция, ваша целеустремленность, напористость в этом направлении. Спартакиада – традиционное мероприятие, которое проходит несколько раз в год. Для большинства участников эти соревнования уже давно стали доброй традицией. А еще, как отмечают орчане, прекрасным поводом для встречи с друзьями и способом надолго зарядиться отличным настроением. Ну, спорт для меня, конечно, значит многое. Хоть дома, конечно, я и зарядку и не делаю за то, что я себя корю. А так вот, движение – это жизнь, одним словом. Поделитесь впечатлениями от сегодняшнего мероприятия. Мероприятие вообще хорошее. Почаще бы такие бы устраивали, внедряли бы еще новые виды какие-нибудь. Допустим, я предлагаю вот армспорт вести, вот, допустим, гонки как-нибудь по-другому сделать. Ну, так хорошо, мне очень понравилось. Спорт? Ну... Это саморазвитие, смысл жизни. Это уже ежегодное традиционное мероприятие. Я уже третий раз принимаю участие среди колясочников в соревнованиях. Мне очень нравится атмосфера, люди. У меня и так по соревнованиям много друзей. А и каждая встреча для меня это вот как вот, что ли, прилив сил. Редакция ors.ru поздравляет каждого участника и всех людей с ограниченными возможностями здоровья с их днем. Пусть он станет для вас поводом вспомнить о том, что ваша сила воли и любовь к жизни – пример для многих.